Ромка вышел. Да, друзья, вот это вот встреча. Дмитрий Парфенов сейчас просто на корточках уже сидит, по-другому не может наблюдать за этим матчем. 2 мая в 17 часов. Сокол принимает лидера чемпионата. Денис Чулинца оставляет все-таки мяч в игре, забирает его в руки. Я думаю, что еще минута, наверное, приблизительно где-то остается. Нет, все! Звучит свисток, друзья. Хет-трик Александра Каратаева. Сумасшедшая абсолютно развязка в концовке. Ну и Сокол добивается такой нужной, такой важной победы, друзья. Спасибо, что вы следили за этой встречей вместе с нами. Переживали за свои команды. На этом будем прощаться, друзья. Услышимся уже позднее. Всем пока. Сокол сарабам.